Вот так мы ходим. Дальше и дальше от голубятни. Взлетаем. Сейчас будем голубятинку заходить. Гуляем специально, чтобы местность знали. Туда-сюда должны смотреть, где находятся. В общем, как десятилетиями мы делали. Не отступаем от правил. Все делаем так же, как всегда. Пока идут они, травку кушают, там камушки. Потихоньку в себя приходят все. Я говорил, направо, налево. Идем. Должны знать все, где, что, чтобы садиться, куда нужно. Спорты летают они. Их смотрят, наверное, завидуют. Завидуют, наверное, этим машинам. Идет. Но не должны на них реагировать никак. Только свое место. Вот видите, как все дальше, дальше уходим. Передвигаемся. Как это, похоже, как будто это стая каких-нибудь животных. Они должны смотреть все. Сегодня вообще такой туман, нету ни гор, ничего. Но с другой стороны тоже нормально. Хищник, чтобы не прилетел, если побеспокоит, хана. Должны в тишине гулять, привыкать со всех сторон. Обзор. Обзор, друзья. Вот этого вчера принесли акбаша красного. Вот видите, летит все, можно по ним определять, есть кто-то в небе или нет. Ну, травку такие уже пощипывают. Третий день мы гуляем. Видите, улетел, они не должны реагировать. Все говорят, закрой спортов, пусть этот, а то за собой будут уводить, типа. Нет. Никто никуда не имеет права взлетать. И вот голубятня здесь, мы уже были там, а теперь сюда пришли. Ну, так кажется, что
близко, не близко. Во всяком случае, отсюда вид совсем другой. Они же смотрят, где, что. Соплячки маленькие наши. Вот так. Это я просто впроголодь их не держу. Так потом по-другому уже будем. Вот уже что-то нашел там маленький. Такой маленький вообще. Это те, которых я спасал. Ну, выжили. Молодцы. Видите, опять ушел. Все сидят. Спорт прилетел, улетел. Так, дальше идем. Дичапы мраморные. Все эти звуки, собаки. Всякие воробьи, там сойка прилетала, вороны, это то все же действует на них, на все реагирует. Но нужно их научить, чтобы знали, что это не надо бояться, это такое, это всякое. Представляете, они так себя ведут, как будто они здесь всю жизнь. Некоторые, конечно, в шоке. Но ничего страшного. Эти, которые связанные крылья, недовольные такие. В шоке, что не могут взлетать. Так что продолжаем, друзья. Удачного дня всем!